Что же касается Анастасии Чернышовой и Владислава Вельчика, то я думаю, что поклонникам парного катания, и в особенности тем, кто следил за юниорскими стартами в прошлом сезоне, дополнительно представлять этих спортсменов не нужно. Победители первенства России 2024 года Анастасия Чернышова и Владислав Вельчик из группы «Арины Brenner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean spa had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place. One night in Bangkok. Созданием собственной силы сейчас выступили Анастасия Чернышова и Владислав Вельчик, и если размышлять о их позиции в нынешнем сезоне, то, наверное, можно посмотреть на это с двух, причем достаточно отличающихся по углу взгляда сторон. С одной стороны,